Баргузинский заповедник – это целый отдельный мир. Байкал влюбил меня в себя. Байкал, вот эти красоток! Больше всего мне запомнилось, конечно, встреча с медведем. Первый день он выходил с нами поздороваться 3 раза, а я до этого видел их только в зоопарке. Поэтому, когда он 3 раза выходил с нами поздороваться, и все просто очень радостно бежали, говорили, какой красавчик, надо его пофоткать, и подходили к нему все ближе, я немножко не понимал этой логики. Мне было немного дико от этого всего, но потом я свыкся. Теперь у самого мышления так же строится. Заповеднику мы сделали очень трудоемкую работу. Мы расчищали серпантин, мы таскали деревья, мы их пилили. Также мы пололи землю, клали камни, таскали камни. Ой, работы просто непочатый край был. Но мы справились за эту неделю. Мы молодцы. Ребята РТУ «Мира» показали себя с лучшей стороны. Сплоченный коллектив, настолько все друг друга понимают, сдружились ребята очень сильно. Проекты на следующие года и будущие года мы приветствуем волонтерские проекты и будем очень рады и ждать сотрудничать с РТУ «Мира».